Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Ну что, обзор заказа по текущему каталогу Faberlic. Вот такая пришла коробочка. Будем разбирать. Заказ почти на 3000, если считать еще доставка, да? 200 рублей Почта России подорожала. Ну что, давайте начнем с бытовой химии. Первое. Я решила взять гель для мытья посуды с яблоком, да, подарить, тоже хороший подарок, кто в возрасте, для мытья посуды вышел 140 рублей, что вот, подарю тете, ей 70 лет, она все время что-то вот ищет какие-то бюджетные средства, для нее, знаете, для мытья посуды, если 70 рублей стоит, это уже дорого, я решила хороший подарить, пусть у нее будет, попробует, вот. Ей надолго хватит. Мне самой эти средства нравятся, хорошо отмывают, жир, все, не сушат кожу рук и детскую посуду. Вот, и мне вот такой упаковки, на 2 месяца хватает точно. Так, следующий я тоже взяла для бабушки. С лимоном и содой, без налета, желтизны, тоже ей взяла. Она привыкла к фэри, вот тут у нее вот столько фэри осталось. Фэри там очень вредно. Вот я решила ей подарить тоже на Новый год. Посмотрим. Тоже хороший подарок. Присматривайтесь. А следующее. Теперь для собак и кошек. Если вы берете какие-то вот из этих средств, то они дешевле. Давайте начнем. Ну, если берете 2 средства, то дешевле цена выходит. Освежитель, нейтрализатор запахов. Кошка, собака, всякое бывает. Вырвет. Не в положенном месте в туалет даже сходит, бывает. Но не у кошки, у меня у собаки бывает. Даже или вырвет, все что угодно, вот. Освежитель, нейтрализатор запаха, эффективно очищает воздух, дом без запаха животных, ароматов полезной лаванды. Мы уже пробовали, кошка, собака нормально отнеслась. Нам уже понравилось это средство, так что взяли. Следующее, моющее средство для полов и стен. Вот у меня иногда... Собачка на кухню любит. У нее пеленка там. Бывает мимо пеленки. Особенно, когда морозы. На улице не хочет делать дела. И вот как приспичит. Вот мне это средство эфирное масло лаванды. Без следов, без запахов. Легкое очищение. Дом без запаха. Животных. Будем протирать, мыть. За ним полы. Хотела попробовать. Вот сейчас будем пробовать. Ну-ка. Ну такое. Лаванда успокаивающая. Приятный такой аромат. Ну, со стенами у меня нет проблем. А вот с полом, да. Удаляет различные загрязнения любых типов твердых моющих поверхностей. Отлично справляется со следами от лап, подтеками, засохшими остатками еды, под мисками, пятнами. Вот видите, даже миски все можно мыть. Прекрасно. Так что он обошелся, вот это средство, 140 рублей. Так, далее. Сейчас очень хорошая цена. Была такая цена в начале апреля, я помню. И вот сейчас такая цена. В следующем каталоге не будет таких цен. Это сухой шампунь с кератином для светлых волос. Один себе на запас, один уже на подарок пойдет. 159 рублей. Где вы такую цену видели? Все сухие шампуни начинают 400 рублей и выше. Мне этот шампунь нравится. Он дает объем, классный аромат, ухаживает за волосами. И тем более сейчас праздники, не всегда есть возможность, если ты в гости поехал, вот с собой сухой шампунь возьми. На следующий день, 1 января, прекрасная у тебя прическа. Чистые, здоровые волосы. Особенно у кого вообще жирнятся волосы. Вот. Так что по 159 рублей 2 шампуня взяла. Конечно, хвалят лаки. Тоже лаки берите. Вот, но мусс мне не понравился, слабая фиксация, мне надо посильней, так что я взяла. Конечно же, я взяла на запас ополаскиватель для рта, 127 рублей, сейчас цены на ополаскиватель уже все, 180, 200, а лесной бальзам как-то вот не хочется брать, вот. А этот хороший, мне пригодится, я его использую. Так, следующее из бытовой химии. Мне очень понравилось. Я до этого тоже с каким-то мандариновым брала мыло.
для кухни. Особенно он хорошо убирает запахи, не сушит кожу рук. Особенно если после рыбы, чеснока. И у нас уже вот так вот столько осталось. Я взяла, чтобы на запас было, потому что сейчас всякие праздники. Ну, больше готовим, всякого вкусненького хочется, особенно в морозы. Вот этот более такой нежный, приятный аромат. Тот более прям мандарин-мандарин. Пишите, какое у вас любимое именно из этой серии мыло со вкусом какое. 100 рублей, пожалуйста, с дозатором. Прекрасно. Здесь 300 мл. Устраняет неприятные запахи, удаление загрязнений для мытья столешниц, раковин, губок, кухонных принадлежностей, разделочных досок, скалок, ножей. Вообще, как вот для мытья посуды почти. Классное средство. Что я еще взяла? Так, я посмотрела, что-то походила по магазинам и офигела. Извините за выражение. Пены для бритья даже по акции начинают 300 рублей. Мужские. Цены космос. Не знаю, я решила взять две пены, пусть будет. Мало ли, на Новый год кому-нибудь в гости вот так вот подарить. 159 рублей. Я так поняла, вот это чаще берут, потому что тут от 8.11.23. А вот эту реже, потому что она от 5 мая 23 года. Ну вот это вообще вся серия хорошая, берите. Вот там самая популярная, самая хорошая, ходовая, все ее хвалят. Так что я взяла пены. Но я думаю, они все равно не подорожают, Faberlic. Даже если они будут 200, это тоже нормальная цена. Вот, что я еще взяла? Посмотрела, что у нас вообще в запасах нету крем для ног. Вот за 79 рублей взяла. Пусть будет, может быть, подарить даже кому-то. Нежный характер, уникальный состав. Нежный лен, главный герой уходит за твоими ножками. Ну, пусть будет. И в первом каталоге, я смотрела, Faberlic январская, выходит новинка электрическая зубная щетка. 2000 она будет стоить. Смены на две насадки. Скидки будут крема для ног вообще по 79 уже. И еще минус скидка, да, 20 или 26 у вас процентов. А на серию Bloom сыворотки тоже будет большая скидка. А выходит еще новинка чайник на 1,5 литра заварочный. Вот, на серию зимнюю коллекцию там тоже будут скидки. И, конечно же, мне положили 3 купона, да, по действующему каталогу. Это будет в январе. А в следующем каталоге у нас будет какая-то игра, да, что мы можем играть и что-то там выигрывать. И вот эта вот серия. Берите в следующем каталоге, потому что в январском цена будет дороже. Цена будет 1400 вот этой сыворотки. Что я еще, конечно же, заказала. Взяла своему мастеру, парикмахеру, тушь. У меня есть обзор на канале, оставлю ссылочку в инфобоксе. 199 рублей, именно вот такая, объемная. Вот я показываю, сейчас я ей пользуюсь. Она у меня до сих пор не высохла, не осыпается, хорошо дает разделение, объем ресницы. Тоже хороший подарок на Новый год. И у меня племянница попросила ей, сколько? 16 лет, да, она в колледже попросила малиновую помаду. Именно малиновый цвет. Я показала и нашла, она выбрала вот эту помадку. Она обошлась в 200 с чем-то рублей. Да, вроде натуральный состав. Артикул 411.08. Еще вот на эту серию будут тени со скидкой, бонусом за покупку. Вот эти вот красивые, шиммерные. По 199, ну по 149 рублей. Так она выглядит, малиновая, смотрите. Для подростка, мне кажется, и она вкусно пахнет. Вот так она выглядит. Ну, тестировать я не буду, конечно же. Мне кажется, она не сильно такая яркая. Но мне кажется, ей понравится. И вот такой значок красивый. Красивая помадка. Тоже на подарок бальзамы, помады, крем для рук. Мыло, соль для ванны, крем для рук, тела, гели, шампуни. Это всегда все актуально, как ходовой товар. Всегда пригодится в семье. Так, у меня тетя
заказала сатиновую помаду. Она 239 рублей обошлась. Так, артикул. Сейчас скажу, какой цвет. 40-234. Вот так он выглядит. Пыльная роза. Но она такая нюдовая, знаете. Я бы не сказала, яркая. Вот, тестировать, конечно, я не буду. Но она вкусно пахнет. Сатиновая, она более, как бы, знаете, и не жирная, и увлажняет, и вроде держится, и красивый щелчок. Вот, красиво. Смотрите, как красиво подарить, как переливается. Классно. Вот. Себе я еще взяла, у меня бывает такое, что когда сильный ветер, метель, уголки глаз, вот здесь сухость прям бывает. Может, часто слезятся глаза. Взяла вот этот крем. Он на 99 рублей обошелся для век. Крем с нежной текстурой идеально подойдет для ежедневного ухода за кожей вокруг глаз. Комплексно омега-кислот, каротонила, активирует обмен веществ, оказывает общеукрепляющее действие, обладает антиоксидантным эффектом. Но я хочу его использовать на ночь, именно этот крем. Он, знаете, немножечко... Он запечатанный был. Он такой немножечко, знаете, какой-то вот... Вот видите, желтоватый и немножко оливы пахнет. Легенький, легко впитывается. Но в зимний период я часто беру такие крема, потому что у меня вот здесь сохнет от зимы. И кожа вокруг глаз, она более чувствительная, тонкая, требует определенного ухода. Так что тоже на подарок вот эта бюджетная серия. Так. Конечно же, еще взяла, вы поняли, 127 рублей. Артикул 8723. Удобный дозатор, надолго хватает. Все мне помню. Так, и последнее. Я взяла колготки. Четверка, 60 ден, черные. Эластичные колготки велюр. Потом померяю. Я думала, тройка или четверка. Все-таки я взяла четверку, потому что у меня рост 1,60 м. Вес где-то вот от 70 чем-то килограмм. Лучше взяла. Я посмотрела. Ну, у меня есть теплые и стоят 200 ден. Но мне кажется, вот именно в морозы, ну, там минус 6, минус 10, комфортно 60-70 ден. Колготки очень хвалят. Именно Faberlic. Сейчас очень огромное количество носочков на подарок. Термобелье. Вышло новое женское белье. Всякие кофточки, свитшоты, водолазки. Есть еще распродажи со сроком годности. Давайте посмотрим, как они. Вот, таблица размеров. Нажмите на стоп. Потому что на самом сайте таблицы нет. Сейчас посмотрим. Я их аккуратненько достала. Ой, они такие плотненькие, хорошие. Просто у меня до этого были колготки Avon. Ну, все уже. Вот так они сделаны. Аккуратненько. Вот. Ну, хорошие такие, плотненькие. И под юбку, и под брюки. Хорошие, я вижу. Ну, сейчас почти 60 ден и 70. 300-350 рублей стоит. Вот. Ну, хорошее качество, я уже вижу здесь. Вот ставится. Угу. И вот здесь, ну, вы поняли. Хорошая. Ну, я думаю, мне подойдет. Тройка, может быть, и маленькая была. Потом скажу, померю, подошли, не подошли. Вот. И посмотрим, что выгодного заказать вот в этом каталоге. Три купона. Вот они. Ну, они у вас автоматические. Что? Все коды товаров в инфобоксе. И тестирование туши тоже в инфобоксе. Четверка, размер мне даже подошел, даже высокая посадка, потому что, может быть, на высший рост, видите, как хорошо все село, вообще идеально ластовица, очень хорошие, качественные колготки, думаю, долго прослужат, вот, классно, я довольна колготками. Зажгла вот такую красивую свечу для уюта, что-то захотелось, корица. Такой красивый каталог, давайте посмотрим. Ну, конечно же, надо будет заказывать. Выгодно сейчас цена будет
ну, в следующем каталоге именно эту сыворотку. Вот, минус 20% скидка. Здесь что нам обещают? Содержит более 600 ценных веществ, аминокислоты, макро, микроэлементы, витамины, микроциркуляцию, стимулирует обновление клеток, смещает, питает. Ну, это обезвоженное, у кого совсем прям процессы старения. Но мне пока, у меня есть сыворотка, у меня еще не такой возраст, но вот кому нужно, я бы взяла. Конечно же, у нас... Я чуть-чуть свечу отодвину, вот так. Конечно же, у нас маску для лица я взяла попробовать. Вот это дороговато, конечно, пока по 1200, по 1300. Так, ну давайте, что интересного. Вот эти купончики я отложу. Так, Faberlic, правила игры. Заходи, играй, получай промкоды, скидки для выгодных покупок с 11 по 31 декабря. Ну, посмотрим. Все увидим. Далее. Я не все прям, я буду показывать, что правда выгодно. Смотрите, краска для волос. Обязательно закрашивайте корни, потому что это некрасиво. На Новый год надо быть с хорошей прической. Ну, кому-то седина идет, вот, ну, или с красивым ярким цветом. Так, у нас продолжается бонус. Любой сухой шампунь, вот видите, я сказала, что не будет, а в итоге будет по 195 рублей. Тоже, кто не успел, можете брать. Вот. Далее, сейчас покажу, что выгодно. Мне показалось, что вот этот набор хорошо на подарок. Или туалетная водичка, или, например... Да, парфюмерный гель для душа и дезодорант в новогоднем стиле. Вот, Ренату я нюхала, не мой аромат, но на любителя. Вот этот, говорила я про этот набор, и мыло, и мужское туалетное мыло, и шампунь, гель для душа. Хороший набор. Можно бальзам, и гель для бритья, и дезодорант, и сама водичка. Вообще прекрасно, можно набор собрать, кто любит свежие такие акватические. Про детишек не забываем, кто не успел. Дочкам, племянницам, родственницам. Так, консилер, говорят, неплохой. 379, синички-то будут, надо замазывать, чтобы ровная кожа была тоже. Обновленная увлажняющая тональная основа, сыворотка. И тоже увлажняющий крем-тин для лица. Его многие хвалят, берут. Тоже, мне кажется, можно брать. Так. Ну, помада, карандаш можно и сейчас заказать. Ну, вот это я пользуюсь. Неплохая помада. Никакой отдушки нет. Ну, как бы долго она не держится. Но как бюджетный хороший вариант. Вот эти тоже поинтереснее. Атласный финиш. Увлажняет, питает. Вот на зимний период прекрасно. И цвета такие. И нюдовые, и розовые. Нет прям таких супер ярких, насыщенных такие. Так, я смотрю тушь для бровей со скидкой 299 рублей. Фиксирующий гель, не знаю. Скажите, кто брал, как вам фиксирующий гель для бровей? Ну, отзывы как-то не очень. Вот, но главная цена это стойкая подводка маркер разных цветов по 199 минус скидка. Так, у нас получается цвета каштановый, черный, насыщенный синий и дымчатый. Ну, и жидкая подводка, пожалуйста, на Новый год. И подарить кому-то, кто пользуется. Так. Далее. Гель для век. Устраняет мелкие морщинки вокруг глаз, борется с гусиными лапками. Лучшая цена года. 269 рублей. Я знаю, что многие любят эту серию. Я из этой серии ничего пока не пробовала, но когда-нибудь доберусь, попробую. Мисс Кини, что маски мне нравятся, что сыворотка вокруг глаз и вообще сыворотка. Кремы я не пробовала, они более такие. Лучшая цена патчи, я присмотрюсь. Я не пробовала, но хочу попробовать. Куркума, смотрите, лучшая цена. Витамины сыворотка 400 рублей, очень хорошие цены. Вот сейчас на зимний период. Так, обязательно буду брать 3 гель оттеков темных кругов, мне очень нравится. И он в январском каталоге тоже будет со скидкой. Можно и купон применить, мне кажется, на него.
Так, маска для глубокого очищения 349 рублей. Тоже хорошая цена. Так, смотрим дальше. Секунду. Вот видите, пошла. Мне кажется, для тела сейчас более требует увлажнения. И крем-гель для душа за 100 с чем-то рублей. Просто сказка. И вкусно. И крем для лица, для рук и тела. Ну, для лица, мне кажется, слабоват. Вот. И крем, мыло для рук. Сейчас они более сухие и требуют больше увлажнения. Не забываем про зубы. Нуки вообще по 109, и кто с разными зубными пастами, именно с солью, любит. Вот такую зубную щетку не пробовал, напишите, как вам. Так, сейчас аккуратненько откроем. Так, по витаминам, что я заметила со скидкой, по БАДам. Урокомплекс для мужчин, 1500, хвалят. Так, ну, поддержка репродуктивной системы для женщин. Так, очищение кишечника 1800, поддержка кишечника и баланс нервной системы. Тоже хорошие. Все БАДы рабочие. Ну, конечно, омега. Кто не успел, ароматическое саше. Вот это красивая серия. Вот это я мыло брала, мне очень понравилось. Очень вкусная. Такая вот прям новогодняя атмосфера. Не забываем освежители воздуха, мне кажется, это будет актуально, тем более в новогодние праздники. Был классный. Любые два по 125. Ну, уборка туалета, это все обычно, тряпочки, дозаторы, тоже со скидкой. Так, и минус 50%. Видите, спрей защиты для обуви, дезодорант для обуви, влажные салфетки. Тоже хорошие цены. Одежда у нас, свитшоты. Водолазка из рельефного трикотажа. Термобелье. Новое белье женское, многие хвалят. Так, ну, чулки, колготки. Колготки хвалят. Так что берите. Вот, я пока довольна этими колготками. Ну, я пока на запас взяла, но я довольна качеством. Вот, календари. Не забываем про календари. Очень дешево, 110 рублей вот такой разворотный календарь. Везде уже 200-250. Можно и маленький взять. Подарочные пакеты очень дешево. В магазинах подарочные пакеты, ну вот более-менее, начиная от 110 рублей новогодние. Носочка, тематика. Видите, красота тоже. И вот уже новогодняя зима. Плески. Так. Ну, вот эти нестойкие ароматы. Ну, можно так подарить. Можно как вот, знаете, для настроения распределять воздух. Но они тоже прикольные. И вот эта вот коллекция зимняя. Крем для рук, мыло, соль для ванны. Ну и самое вкусненькое. Про клубнику сказали, что она как будто не натуральная. Ну, так слабовато. Я не пробовала. Малина мне больше нравится. И вот уже со скидкой детские бомбочки. Выходит новинка полезный кетчуп из помидоров. 99 рублей можно взять, попробовать. И правильная соль. А сколько правильная соль? Макароны. Ну, мне кажется, это будут заказывать. Вот. И при следующем заказе можете получить термокружку. Все, вот такой был обзор. Не знаю, буду, не буду делать в каталоге, но в январском точно я буду делать заказ. Вот. Там выйдет новая коллекция бытовой химии. Кондиционер, порошки. Я уже видела обзоры, можете на ютубе посмотреть. Подробно прям рассказывают. Даже уже что-то тестируют, пробуют. Все на ютубе, просто вбивайте, смотрите, думайте, нужно вам, не нужно. Все, на этой хорошей ноте будем заканчивать. Подписка, лайк,
Ссылочки все в инфобоксе на товары. Пишите, что вы будете заказывать, что будете дарить из подарков Faberlic. Так что всех целую, обнимаю и до следующего видео. Полезных, хороших, выгодных покупок Faberlic вам. Все, всем пока-пока.